Добрый день, дорогие мои подписчики, дорогие читатели. Сегодня я посвятил это видео нашим целям и мечтам. Я сегодня с утра сел и написал порядка 100 хотелок. Это достаточно приятно, увлекательно. Просто пишешь подряд, не задумываясь, все, что ты хочешь. Потом я начал выписывать себе те самые ценные, без которых я сейчас просто не могу. И оставил 10. И у меня такое осознание произошло, как я вообще живу без этого. Вот. И еще пришло такое понимание, что то, что я себе написал, оно фактически нужно 70% людей, которые меня окружают. У нас наши мечты и цели, вернее, на 70% наши мечты и цели совпадают. И что это дает нам с вами? Ну, предположим, мы говорим с кандидатом о бизнесе. У меня есть какие-то цели. Деньги, время, свобода, доход, машина, яхта, путешествия. То, о чем я мечтаю. Дать хорошее образование детям, да? И вот эти все вещи, они нужны всем. И когда мы разговариваем с кандидатами, наши с вами цели превращаются в побуждающие факторы, которые как бы побуждают наших кандидатов принимать решение о вступлении в наш бизнес. И это очень важная и тонкая такая штука. Если вы знаете свои цели, если они у вас горят, то вам очень легко проводить встречи. Ну, конечно, тут еще надо знать 10-15 преимуществ вашей компании, преимущества вашего продукта, преимущества вашей системы. Это все вдобавок. Но начинать нужно с ваших целей и желаний в этом бизнесе. Нет, не в бизнесе, в жизни.